Приветствую вас, друзья! В главном поединке андеркарда вечера бокса встретились кубинский боксер Фрэнк Санчес и немецкий боксер румынского происхождения Кристиан Хаммер. 34-летний Хаммер принял бой с 29-летним Санчесом на коротком уведомлении, так как изначальный соперник кубинца Карлос Негрон за несколько дней до боя заболел коронавирусом. Бой продлился все 10 раундов, на протяжении всех раундов выглядел одинаково. Хаммер постоянно шел вперед, но собирал очень много ударов и практически не имел острых моментов в свою пользу. В заключительном раунде на последних секундах боя Хаммер упал после толчка, но рефери отсчитал нокдаун Хаммеру. В итоге Санчес одержал уверенную победу единогласным решением судей. 189 у всех трех. Полное видео боя уже доступно на нашем телеграм-канале, ссылка в описании к видео. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.